Медицинские учреждения становятся удобнее и современнее. В поликлинике номер один городской детской больницы Чебоксар завершается ремонт по программе «Бережливая поликлиника». Это одно из направлений нацпроекта здравоохранения. Подход к маленьким пациентам и их родителям кардинально изменился. Как, расскажет Рифат Фаткулин. У Анастасии Спиридоновой ребенок не первый. Она помнит, сколько времени занимали походы по врачам. Там поставить на учет, здесь измерить рост и вес. Узкие специалисты, принимающие в разное время. Однако, благодаря участию в проекте «Бережливая поликлиника», в этой детской поликлинике теперь все иначе. Ну, сейчас намного лучше. Сейчас красивее стало, удобно, тепло даже. По кабинетам не надо, да, все в одном месте. Да, очень хорошо, очень удобно. Вот мы пришли, вот к 10 часам, вот всех прошли уже специалистов, очень быстро, да. Без очередей, по времени, да. Корешок дают, и по времени идешь по кабинетам, все расписано, очень удобно. За полчаса прошли. Прежде родители, приходя на диспансеризацию с детьми, опасались контактов с больными ОРВИ или гриппом. Теперь потоки малышей разделены. Для тех, кто обращается в отделение неотложной помощи, есть отдельный вход. В кабинетах современное дорогостоящее оборудование. К примеру, этот УЗИ-аппарат позволяет определить более широкий спектр заболеваний и получить максимально точную картину. Родители, приходя в кабинет, могут сами все воочию увидеть и отметить, что аппараты старые у нас уходят в прошлое и практически подлежат списанию очень в большом количестве. А вот действительно кадрами мы тоже укомплектовались за последние годы. То есть и сестры, и врачи готовы работать на приклиническое звено. Работают в две смены кабинета у нас, то есть аппарат задействован практически полностью. Ремонт поликлиники полностью закончится через 2 месяца. После завершения ремонта практически здесь изменится все. Это новые игровые зоны, это комната грудного вскармливания, это административная стойка, это полностью меняется фронт-офис, так называемый, работа регистратуры, которая будет открытая, абсолютно полностью все изменится. То есть будет полностью пациентоориентированная ситуация в нашей поликлинике. В стадии завершения ремонт филиале поликлиники по улице Бичурина. В коридорах стало светлей, пол выложен свежей плиткой. Стены покрашены. Готовы к установке оборудование и мебель. Медперсонал и строители сделают все, чтобы маленьким пациентам и их родителям во время визита к врачу было комфортно. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика.